Новая информация по поводу строительства кладбища в Орктруде. Глава города Сергей Сахаров сегодня встречался с обеспокоенными жителями микрорайона. Стороны пришли к определенным компромиссам. Площадь нового погоста будет гораздо меньше заявленной ранее, а развернут его в 70 метрах от старого Орктрудовского. Так что ни лесное озеро, ни экология района в целом не пострадают, считает Сахаров. Первое, что это не 25 гектар кладбище городское, это не более 4 гектар. Площадь, которая в этой зоне может быть отведена под кладбище только для подзахоронений умерших в поселке Орктруд. Остальная зона 21 остается в распоряжении Камешковской администрации, и это будет лесопарковая зона той же самой, которая она сейчас и находится. Опасения жителей в отношении того, что могут из Владимира привозить усопших на кладбище Орктруда, полностью стерты, поскольку только для оформления всей разрешительной документации из земель особой категории в иную категорию земель особого назначения нужно 1,5–2 года. Это слишком длительный процесс. Что касается нашего города, ресурс Улыбышева хватит до марта, а в конце весны планируется открыть новое кладбище в районе деревни Высокого.